Предприятия «Стерлитамак» и «Салават» разработали программы по снижению выбросов на 30% до 30-го года. Общая сумма инвестиций составит 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр правительства Андрей Назаров. Но вот он также отметил, что сейчас насчитывается 12 автоматизированных установок по мониторингу воздуха. Они позволяют круглосуточно получать достоверную информацию по выбросам и превышению ПДК загрязняющих веществ. В ближайшее время планируется заключить 4-стороннее соглашение между правительством Башкортостана, Минприроды, Росприроднадзором и предприятиями по вопросам загрязнения воздуха в крупных городах. На особом контроле также ликвидация несанкционированных свалок и запуск мусоросортировочных комплексов. В этом году завершим строительство мусоросортировочного комплекса в Белебеевском районе. Начнем проектирование еще 3 комплексов. Они будут построены к 2025 году в Уфимской агломерации, Дюртюлинском и Краснокамском районах. За 4 года ликвидировано более 2,3 тысяч несанкционированных свалок. Свыше 800 таких свалок мы ликвидировали за прошлый год. И в текущем году планируем полностью ликвидировать эту проблему. Это оставшиеся 852 свалки. Ну и напомню, до 2019 года треть населенных пунктов республики не была охвачена регулярным вывозом отходов. Сейчас в Башкортостане насчитывается почти 26 тысяч оборудованных площадок и более 73 тысяч контейнеров.